Me lo preste. ¿Está a posto? Sí. Aspetta, Cleopatra. Faccio come si chiamano quelle? Cosa si chiamano? Sì. Arabi. Ora me l'hai perso, mamma mia, guarda. Cazzarola. È 40 anni quella fare lì. Aspetta, non mi ricordo dove l'ha messo. È in sala. In sala, ma no. Te che fai di bello? Ora mangio qualcosa. Cosa mangi? Sto facendo gli astecchi o qualcosa, perché prendo la medicina per qui e... Ti fa male sempre il braccio? Non gavarito in Eurocabali? 2 giorni, qualcuno. Perché sto mettendo a posto forte lassù. Stai mettendo tutta la casa, ma stai buttando qualcosa? No, non ne vedo niente. Non posso ora. Perché? Perché sennò ti fanno una multa. Adesso quando dopo il 4 maggio ora posso portare. Sì, ora sto mettendo a posto. Клеопатра говорит, нельзя сейчас мусор выбрасывать. Ma ты, comunque ti da buttare assai per liberare la casa, eh? Anche io c'ho ancora da svuotare. Sennò che piano piano, perché sennò. Poi quando vado fuori a comprare qualcosa, che ti regalo uno. Questa è la mia suocera, ha 45 anni. Ciao, Клеос. Клеопатра говорит, что нельзя это самое. No, mi sto già arrabbiando. Что нельзя выбрасывать сейчас мусор, она там хочет выбросить мебель. Поправь маечку. No, mi sto allenando, normale. Покажи, как ты делала. Я слышала, ты прыгала или что? А ты там видео включил. О, так ты молодец, браво, Али, конечно. Молодец. Ну покажи нам одно упражнение, одно только. Давай, моряк на тебя смотрит, смотри, мальчик хороший. Но. Покажи одно, дай, коллеги тебе HDPU, какой тебе нравится. Да ну перестань, ну Саш. Да я шучу, у тебя красивая физика, ну где у тебя физика? Ну и что, оно сейчас уйдет все, Саш. Сейчас ты будешь... Ты Ты Саша, так мне сколько лет? У меня 3 детей, 3 талечезария, 3 кесарево сечения. И я в такой форме. Я красивая женщина. Я очень красивая, Саш. Вот ты меня не перебедишь ни в чем. Давай, ложись. Показывай. Шпагат делаешь? Что, и шпагат не делаешь? Боже, как ты раньше занималась, да? Умничка. Покажи, как ты делаешь. Какое упражнение? Вот какое ты мне упражнение? Какое мне надо сделать? Вот ты скажешь. Скажи мне, вот маме Марине, какое надо сделать упражнение? Для живота. Но зачем мне детру, Саша? Вот я не понимаю, зачем мне задница? Ну и что у меня плоская задница? Такая... Не надо никому пиатто. Ну такую я, она говорит, не нравится никому, это некрасиво. Так смотри, сколько Авы Мариты ее, сколько мужей было. И всем нравилось. Я что мне? Меня замуж, что ли, не взяли с плоским задом? Давай, покажи, что ты там делаешь. Ты просто не умеешь делать, поэтому ты не хочешь показывать. Показывай. Приловчились вот здесь спать котята. Видно, уже слезли и прибежала. Вот гладить ее надо целыми днями. Красиво. Боже, что там YouTube опять напридумывал? Опять напридумывал YouTube, девочки. Комментарии не видно. Что-то постоянно думают, что-то делают, переделывают. Смотрите, я здесь девчонки тоже розочки срезала, которые вот, она как на чайную розу похожа, да? Я их срезаю, чтобы дать вот возможность, видите, вот здесь вот срезала, чтобы вот это вот распускалось. Я прям так хочу, чтобы они распускались и росли. Они такие красивенькие. Видите, я съела пищу богов. Вот она у меня. Сейчас буду смотреть новости. Дай. О, мама. Мама! Мама! Дизайнерское решение. Девочки, что у меня? У меня перекус, у меня полдник. Полдник никто не от меня. А, я его вчера порезала. Мы вчера его уже минали. У меня полдничек. Мне приятного аппетита. Значит что, девочки, возвращаемся к новостям в Италии. Эта женщина просто плачет из-за того, что ей придется закрыть свой бар. Единственный бизнес, который у нее был. И видите, написано, что злые эти самые парикмахеры. Она говорит, что если кто-то есть позитивный, сидите дома. Говорит,
бизнес мой разваливается. Не поняла, с 18 лет она, по-моему, работает, а сама или как-то? Ну, конечно, бизнесы полетят у многих, но опять же говорю, девчонки, будет возможность у кого-то другого, конечно, открыться, понимаете? Ну, жалко, ну а что делать? Ну, так получилось уже. Показывает бар их, этой девочке. Вот. Написали, говорит, у Дурсы, говорит, подтяжка лица. Знаете, девочки, Дурса работает, она как-то говорила, была у Банулиса в программе, в передаче, и она сказала, что, говорит, мне предложили операцию, или же очень сильно ее ну, засвечивать на съемках. Ну, понятное дело, 60 чем-то лет, да, ей, по-моему. А, вот, там морщинки есть, все есть. Она говорит, я выбрала освещение, поэтому вот когда вот много-много света на лицо, тогда вы выглядите очень хорошо, от света очень многое зависит, понимаете? И вот девочка вон там плачет в черном всем, что бар закроется. Потому что должны платить они. Лабориста али презы, конли булеты. А, и надо будет, ну, наверное, платят эти, как они, счета платят. Кредиты, булеты, это, ну, оплачивают, что свет им оплачивают, что. В городе Марина Ди Каррара. Это она, по-моему, на Фейсбуке где-то видео залила свое, там, где она плакала. Я не видела еще вот это. Если 3 июня откроют, то... А, говорит, будет очень тяжело, потому что 40 всего квадратных метров сам бар, дистанцию держать будет нельзя, они потеряют, наверное, много клиентов, из-за этого бизнес рухнет. Аренду платит, свет платит, и говорит, нет денег. И вот здесь тоже показывают, что, видите, у них на улице есть там 7 столиков, и тоже они стоят рядом друг к другу, и типа, не, ну, не будут это, как бы, ну, не будут они соблюдать меры предосторожности. Девчонки, я так снимаю, мальчики, мужчины, потому что все, мой телефон накрылся, наверное, он чувствует, что скоро его заменят, и все, я прям на подзарядке лежу, в полусогнутом виде лежу, потому что надо держать телефон. Потому что репортаж надо снимать. И, кстати, очень многим нравится вот эти вот, когда я показываю про Италию, то, что показывают по телевизору, новости. Вот многие, вот я замечу, многие пишут. Ой, девочки, шо буде, это вообще. Вот так вот я лежу. Кто там написал, девочки, я сейчас буду вам высказывать, что я уже писю кипятком от своей внешности, только я одна. Почему только я одна? Если я не рассказываю о своей личной жизни, это не значит, что только одна я писаю кипятком. Я уже задолбалась двери вымывать и красить. У меня они все исцарапаны. Как мартовские коты царапаются ко мне, понимаете? Я прекрасна, я комета. Вообще, я считаю, что вот такие вот. Я понимаю, что это все печально, но не надо паниковать. Кто хочет работать, надо придумывать что-то, да? Пусть лучше хоть как-то какое-то время, чем вообще никак не работать. То есть надо не раскисать. Вот видите, это вот люди, ну, короче, нельзя раскисать, в общем. Надо не раскисать, а надо взять себя в руки и придумать что-то, придумать свое, не ждать, пока за тебя что-то придумают, и идти вперед, понимаете? Давай. Майна. Мама Кэти. Чао, Кэти. Ти салута мима, Кэти. Чао. Non ti vedo. Чао, Белла. Vai, Кэти. Vai. 3, 2, 1. А зачем тебе луч-то? Так, он не видит. Он говорит, меня не видят, если нет света. Вот видите, мусорный бак у него. Там, где пластика на балконе стоит. Дождик пошел сильный. Ah, ma prima si è fatto quello pittico del papà, sai, quello col salto. E потом тортик пойдешь покушаешь, да? Fatto, Кэти, no. Так, это Мессина.
Сейчас нам покажут, как мы будем купаться на море. Но я не буду, это кто будет. Как можно организовать вот это вот поездки на море любителям моря. Кто сможет позволить себе море в этом году. Это будет дорогое удовольствие. Он говорит, что надо раскрыть вот эти вот штуки и на них потом лежать. То есть одна штука. Что такое, вообще не могу понять. Он говорит, это родилась такая вот идея. Дистанцию определять будут по вот этим вот. А, их, наверное, будут ложить между полотенцами. Что только не придумают. А, нет, это место по полотенцам. Боже мой, девочки, я прямо в шоке. Мужчина показывает, как он лег, вот поставил ногу, руку под подбородок поставил, и все, наслаждается жизнью он. Вот, ножку выпрямил, чтобы загорал, наверное, ложился. Ну, в общем, короче, девочки, главное в маске, в трусах и в маске мужчины, чтобы были. Боже, можно на зубном враче сэкономить, так в маске постоянно ходить. И все, так вот лег мужчина опять, видите, вот ножку поставил. И все. Вот. Потом мужчина перевернулся на живот, расставил руки, чтобы загар ложился равномерно. И вот терпеть не могу, когда люди... Почему носки не ложатся... Носки, я имею в виду от стопы, не ложатся на песок или там на пол, когда люди садятся. Чего носки задирать? Носочки выпрямили, положили ровненько. То есть он говорит, что настолько большой вот этот вот круг, что ложиться надо по центру вот этого белого круга. А остальное, видите, там получается как раз типа метр дистанции, да, с этой стороны и с этой. Понятно? Проснулся. А? Ты проснулся. Ты проснулась, девочка, Шурочка. Ты проснулась маленькая, какая ты толстенькая. Да, что такое? Что такое? Чего мы плачем? М? Ты на дождик спала. Такая морда грязная. Ой, как долго все говорят. Долго говорят очень. Это мужчина. Короче, что здесь мужчина? В общем, это вот сейчас будут показывать людей, которые занимаются именно улучшением внешности людей. Парикмахеры. Парикмахеры. Тоже они все, конечно, злые, потому что многие закроются из-за того, что маленькое помещение само, понимаете, оно не позволяет много туда людей посадить. И, естественно, они много должны потратить денег, а деньги откуда там, на те же маски, перчатки, у людей денег нет, понимаете. Ну, видите, а это мужчина говорит, ну, которые парикмахерские. Мужчина говорит, что мы уже готовы. Вот мы готовы, говорит, почему мы не можем открыться. Видите, пришли, помыли руки, они положили перчатки. Ну, видно, это большое заведение, видно, это красивый салон, не парикмахерская, а салон красоты. Видно, что у пацанов бабки есть, поэтому и как-то они сумели организоваться. Но еще учитывая то, что, конечно, квадратные метры позволяют им. Молодцы. Он говорит, можно даже сделать маникюр в этом салоне. Но нет стекла, видите, у них. Там интересно показали со стеклом. А, будут, наверное, менять вот эти вот пакетики. Ой, куда я снимаю? Пакетики будут менять.
Видите, типа тоже, ой, бляха-муха, закрылся тоже, видите, вот это, как вчера я показала, видите, вот этот отдел такое прозрачное на голову. Додирайте, додирайте ковер. Там интереснее показывали, там показывали прямо так вот стекло поставили, знаете. Видите, и вот так вот дезинфицировать будут приборы. И здесь тоже, видите, у них позволяет салон разделить это все на несколько, ну, на метр. Видите, салон огромный. А, видите, берет халат, одевает клиент халат. Боже, это сколько бабок надо вложить, чтобы кого-то привести в порядок волосы. А там, кстати, в комментариях писали, говорят, это потом в стоимость клиентам будет входить. Прикиньте, вот это вот все, что там на себя надели, вы маску, перчатки, это все в стоимость клиентов потом впишут. Саша, так а ты уже пол, это танти, что этот, ты уже очень долго занимаешься. Тебе... 3 часа, это ты с Кэти до сих пор? Это Кэти? Да, Кэти. Кэти уже устала. Кэти, è mezz'ora che si allena, non ha fatto niente, sta sfatiata. Un'ora. Allora, vai, andiamo indietro, vai, io le conto, oh, Господи, uno, Саша. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Come capra. Ti ho detto che sei una capra, Katy. Brava, Katy, dai, su, fra poco si va al mare. Dove sei? Oh, dove sei? Ah, non ti vedo più. Ah, ti vedo però, eh. Dai, Katy, ora lo faccio anch'io. Dai. Pronta? Dai. Ma ti va tu, sono жвачку жуєш? Нельзя жувати жвачку. О! Ужас. Раз, два, раз, два. Не улыбайся. Теперь ты силы теряешь, когда улыбаешься. Жвачку вынь, потому что эти интервенции... Он гули моє. Поправьте тебе, Господи, какие-то... Жвачку вынь, когда занимаешься. Жвачку выкинь. Ты ее инголи умрешь. Умрешь, вабе. У меня денег нет на похороны, у меня сейчас времени нету. Per cosa? Делать фумерали у меня нет времени. Вабе, ты работаешь.